Всем привет, вы на канале History on Family, и у нас сегодня неожиданная такая вылазка. В общем, мы приехали опять на Волгу, только не в то место, куда мы до этого ездили, а прямо вот сюда, к берегу. Мы приехали туда же, на Грибной, только мы спустились уже к водичке, будем прямо около водички, потому что сейчас падает. Теплее, водичка теплая, будем сейчас ставиться, раскладываться, копать холодильник, и все покажем. Ямку мы выкопали. Уже пакетиком все застелили. У нас тут, конечно, красивый вид на водичку. Будем сегодня купаться. Вот, все наши бутылки замороженные сейчас туда уложим и заложим продукты. Все, у нас там сейчас морозилка будет, это не холодильник. Сейчас тогда будем ставить палатку. Да, погнали ставить палатку. У нас еще вот столько вещей. Сейчас нам... Да, в этот раз чуть-чуть покомкахнее. В общем, мы немножечко разложились. Место тут, конечно, вообще крутое. Вот такой вот у нас видок. Вот какой красивый. Вот. А еще пока тут немножечко присели, я вспомнил про вот эту вкусную штуку, которую мне сделал папа Вова. Сделаем рекламу. Покупайте. 8800. Или как? 8800. 5-5-3-5-3-5. Ну, почти что. Да. Ну, его просто надо поставить и не поднимать. Не берите мандал за 200 рублей. Ну, он, короче, просто вот чтобы стоял, его никто не трогал, на него чтобы не дышали, чтобы что-то там коптилось. Вот может быть. Мы брали за 300 рублей, вот он был прекрасный, надо было туда забрать. Как? Давай. Куда мы ставим его? Короче, ты куда-нибудь поставь его, чтобы он не развалился нахрен до конца. Ну, это... А как пахнет! Папа Вова настолько вкусное мясо, то что у него даже асаю хавает. Ты чё мое мясо жрёшь, падла? Охренела совсем. Такс, начинаем издалека. С самого первого моментика нашего времяпровождения здесь. Выкопали здесь холодов. Палатка издалека. Вот так вот все круто все выглядит. Поставили палатку, поставили два стула, соответственно, зонтик. Соответственно, видишь, тоже так же от тебя научился говорить, соответственно, блин. Палатки все вроде как все разобрались, надули матрас, надули подушки, расставили все угли и всякую приблуду, короче, поставили здесь. То есть здесь у нас вообще тупо пустое место, я не знаю, для чего это, для кроссовок. Завтра ты веник сделаешь? Мы стол, стулья, она будем на ночь заносить. Ну да, поставим как раз вот здесь, стулья. Ну давай посмотрим. Заценишь воду? Да? Ёх, ни хрена себе, как там... Ни хрена себе, что это было? Рыба. Рыба прыгает. Офигеть. Это мальки вот здесь, а там прям нормально рыба. Сюда прям реально можно ловить, вот так вот стоять. Ты это видела? Там просто какая-нибудь большая скорее. Я бы не рискнул на твоем месте туда лезть. Ты снял? Да. Не бойся, она не пыхнет. Я говорю, не бойся, она не пыхнет. А теперь, пока делаются угольки, нам нужно замариновать грибочки, сделать огурчики, помидорки, хлебушек и это. Которые? И ты мне сказал, я отдыхаю. Твои слова, да, были? Самое главное, ты забыл? Я ходи бью. Мазик! Чесноку! Фу! Типа я купаться пошел, я сам поссал. Не только поссал. Ну, всплыла такая подводная лодка нахрен. Откуда знаешь, что она всплывает? Ну, ты знаешь, типа говно не тонет, такая поговорка есть. Ты что, проверял на себе? Ну нет, ну типа говно, а чё мне там, блядь, одуванчик?
Ты проверяла? Я не знаю, кто это был, мы были тогда в лагере. Но это была, наверное, первая поездка, моя или вторая, то есть мне 9-10 лет было. Нас водили на озеро купаться. И один такой, типа, а что, правда говно? Ну, давайте проверим. Насрал, короче, все вплыло. Такой стоит, такой, типа, за собой за жопу такой убивает. Я не срал, это не мое, блядь. Это рыба все, блядь. Это было смешно, конечно. Шампу. Не проткнуть бы руку. Ты аккуратней. Как резко, ву. В прошлый раз мы, конечно, залажали. Сделали грибы без маринада. Мы просто так жарили? Без всего. Они так вкусные были. Блин, удобно, когда прям вода прям около тебя, да? Ага. Мы в прошлый раз поняли, что их лучше не разрезать между собой, потому что так из них начинает выходить мясо, ну, получается некрасиво, как минимум. Самое смешное, на самом деле, то, что почти каждый, кто писал комментарий под видосом, когда мы все покупали, когда мы его снимали весной, что типа с таким набором никуда не съездишь, что это чисто только для того, чтобы там, не знаю, съездить, отдохнуть, как там говорили, типа, ну, дави... Что это? Что-то. Типа съездить только до вечера, типа без ночевки, так нереально, типа то, что, ну, херня набор, вот, ну. В общем, ребят, как второй раз ездим, все прекрасно. Кто говорит, что типа набор херня, это не нужно, и без этого можно обойтись, а вот топор вы не взяли, самое главное не показали. Мы показывали то, что для нас нужно было бы купить, и мы купили это, и кто-то мог это увидеть и как бы в свой набор включить, правильно? И кто еще писал, что это реклама Озону? Блин, у нас было на тот момент 15 подписчиков. Ну, 30-40 подписчиков. Какая нахрен реклама Амазона? О, блин, Амазона. Озона. Хлебушек все? Как они послазят? Что, давай попробуем. Подожди, сейчас я что-то еще положу. А, ты еще хочешь засунуть? Ну, конечно. Сейчас пока мы кушаем, эти-то сделаются. Вот тут вот как вот готовить? Скажите мне, пожалуйста. Тут фарш висит тут. Ну, фарш висит в кишках. Привет, вегетарианцы, да? Соболезную, да. Ножик отрезать надо там. Горячая же, ну. Вкусные хоть. Давай попробуй грибочек. Скажешь, если вкусненько, будем кушать, и нам приятного аппетита тогда. И вам приятного аппетита. Грибочные прям. Вкусно? Прошло еще энное количество времени. Мы все-таки вторую партию этого купат не подсведали. Ну, я сейчас попробую. Зуб себе сломала. Ты попробуй. Зуб сломала, да. Чуть-чуть об купатину. Об купатину была кость, я... Ну, не кость, там такой хрящик был. Я себе сломал зуб. Да. Так что у нас сейчас заслуженный отдых на прекрасный вид... Города. Города. Ну, тут мы можем полюбоваться, а туда можно не посмотреть. Нимфоманка. К нам приплыли гости. Камера, блин, села. Вот такая здоровенная лягушенция. Охренеть, с мою просто нахрен руку. Сейчас Леша такой, типа, она ко мне тут припрыгала. Включаем свет, тут лягушка. Капец. Охренеть, ты чё, какая здоровая. Ой, какая, ни хрена, смотри, какая она быстрая. Я не вижу ее. Вот она. А мы тут сидим, типа, смотрим вот на это все. И фонарик. Доброе утро, наконец-то, да, я вот тут как пытаюсь, Сейчас только проснулись, время сколько, 10 часов утра? Ушло 11, наверное. 11, о, ништяк. 5 палатки жарища, я, в принципе, не удивлен, как и там было. Сейчас у нас, чего хорошо, тут есть заход в воду. И мы думаем, сейчас надо вмочить. Ляшечки. Купаться. Сейчас в палатке просто жопа, ты можешь показать, что там? Чё? А, да, нам еще убраться надо. Там говнести.
в жопу эту воду, в жопу эту холодрыгу. У меня же башка разболелась нахрен, как занырнул. Реально. А, вода ледяная просто. Как тебе? Хорошо? Не холодно? Ну, я бы не сказала, конечно. Тебе видно, не видно будет. Покупались, головы помыли, папа сейчас красивый. Лёшка говорит рассказать. Мы вчера сидели часов до 11, наверное, у костра. Пошли в палатку, замерзли. В палатке тоже было очень холодно. Мы взяли плиту, поставили ее на пол. И сколько как бы грели? Наверное, минуты две. Ну да, минут пять просто включили газ, включили плиту и разогрели себе всю палатку, чтобы не мерзнуть. Хороший лайфхак, как согреться. Ой, змея, ебать! Змея, ёб твою! Ой, пардон за мат. Ё-моё. Блин, не знаю. Во-в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 о. Смотри какой, смотри какой. А мы там купаемся, мадафака. И что? Смотри, как они классно плавают. Охренеть, поплыл. Они в траве. Другая, да? Это, да, это другая, смотри, ни хрена их тут. Поменьше. Тут побольше было. Такой шнурок. Сегодня так получается, что достаточно мало мы для вас снимаем, но вечером мы все исправим. Лёшка ведет прямую трансляцию в ТикТоке, он пошел там что-то делать, показывать. Я немножко приболела, вот 3 часа с больной головой пролежала, сейчас встала, вроде полегчало уже. Сейчас придет. Время только 3 часа у нас. Нам еще где-то 3 часа надо развлекаться, что-то делать. Просто так валяться, нифига не делать. А потом будем делать мяско, будем кушать, будем разжигать мангальчик, будем делать костер, будем собирать веточки. И там уже будем точно все показывать. Всем с вами делиться. Короче, сейчас такая была херня. Иду. По колее дорожной. И идет ко мне, короче, навстречу чувак какой-то в шапке, шляпе, хрен знает, кто вообще. Херак бортует меня в плечо, такой, дух. Я ему такой, эй, Вася, ты охуел? Он такой, типа, ты чё? Я говорю, ты чё, охуел? Типа, ты чё, чё такое было? Он меня смотрит такой, достает ножик и говорит, я тебе сейчас башку нахрен отрежу. И ему, иди нахуй, короче. После этого я пошел в сторону туда, короче, за ним по пятам и хренососил его чуть-чуть, и в итоге он нахрена повернулся. Так что будьте бдительны, когда вы ходите на отдых, берите с собой какие-нибудь баллончики, потому что бывают всякие такие ситуации, вот как сегодня у меня произошла. У нас уже вечерок, решили сделать мяско. Сейчас его Лёшка режет, потом моем огурчики, помидорки, делаем опять грибочки. Выбирали вроде без жирка, но как-то что-то не особо получилось. Буду я Лёше откусывать жирок, чтобы он его не ел. А я тогда начну пока делать грибочки, да? Лёшка у нас умница. Мяско замариновал, лучка туда нарезал. Сейчас оставим на часок. Все, притащил наш кривой мангальчик. Лёша вчера его в кусты положил, и он немножко развалился. Все, угля сейчас насыпали. Сейчас, пока мяско часок будет мариноваться, я сделаю грибочки, нарежу огурцы, помидорки и, наверное, наберем дров на вечер, чтобы костер, да, сделать. Потому что мы всю ночь это... Даже не то, что мерзли, ходили каждые 10-15 минут, набирали себе дров. Вот плюс быть у водички. Берешь и моешь лапки. Никакой умывальник не нужен. Папуль, я хочу все сделать. Какая жена у меня прикольная. Вот так выглядит чистота. Для костра мы все тут натаскали. Лёшка говорит, конечно, что этого хватит на всю ночь. Я слабо верю. Посмотрим. Лёшка тут сделал веник, все подмел.
там бы вот еще убраться, но что-то нам как-то лень, да? Типа устал. Типа присел. Так что все, ждем еще полчасика и будем готовить мясо. Мы залили туда рожек, сейчас воняет тут солярочкой. Зачем ты это сделал, непонятно. Такой вкусненький. Ух, сейчас как раз все угли пропитаются, чтобы прям, ну, не ждать вот этой всей. Мы никогда не ждем. Ваня. Он просто зачем-то взял и налил, непонятно зачем. Вонище вообще. Зачем ты это сделал? Сейчас будет темнеть, будут у нас опять огонечки тут мигать. Может быть, опять сегодня салютик будет. Надеюсь, что сегодня будет камера заряжена, и мы сможем на нормальную камеру заснять салют. Все, у нас тут фонарик еще пускали, сердечки. Сейчас самое охренительное время, потому что сейчас не печет. Прям по кайфу сидеть здесь. И не холодно. Не холодно, не жарко, прям вот прям то, что надо. Сидели прям под зонтиком, как жарко, охренеть. Из ковшика водичкой поливались. Все, мяско у нас намариновалось. Вот и впитался он и не загорается. Все пропало. Надо розжига. Развлекайся, только сильно не поливать, там осталось немножко, надо назад, чтобы хватило. Не надо. Как сделаем мяско, похолодает. Вот тут вот будем костерчик рядышком зажигать. Надо, наверное, скатерть убрать. Нам тут пришлось отлучиться минут на 20. Угольки хорошо так разгорелись. Показать, как мы мяско делаем, все это делом не смогу, только когда уже будет лежать на мангальчике. Так, уже пахнет вкусно. Папа, конечно, нас нарезал мясо как мог. Вкусненько вообще. У нас не такие вкусные. У нас такие фонарики на батарейках. Приклиначиваем. Ём. Вот сюда. Мне кажется, ништяк. Ну, хер знает, я снять не могу. Блять, опять нахуй грибы. Из какого хрена, а? Два хотя бы сели за фашу. Четко. Ну, ништяк. О-о-о. Угодила? Ништяк, приятного аппетита вам. Если вы кушаете, если собираетесь кушать, обязательно принесите с собой себе какую-то штучку вкусненькую вместе с нами похавайте. Вот. Так что приятного аппетита. Я ценю. Вкусно? Да еще тогда. Мы здесь вышли на улицу, у нас здесь такая красота. Просто охренительно все выглядит. Вот так палатка, кстати, светится офигенно. Это там одна лампочка, если всего одна. Мы сидели, смотрели киношку, Лёшка начал вырубать, решили попить кофе. На улице, конечно, красота, да. Кофе пить? Да. Ну, фонарики, кстати, прям так нехило лупят. Хорошо. Костер мы так и не пожгли, кстати, нам стало лень. И мы пошли в палатку. Ты меня пустить не хочешь? Мы тут... Я лежу на матрасике, ну, как сижу.
сидим за столиком, смотрим ютубчик, смотрим киношку. Скопилась куча мошкары, но всякой, то есть не та, которая кусается, потому что очень жарко, мы решили даже не закрывать вот эту штуку. Ну, на ночь, естественно, закроем, а так здесь куча всяких мотыльков, всякого говна. Налили там пару миллиметров воды, ну, сантиметр-полтора. Зафиксировали баллончик и включаем газ. Вот, говорю, мы вчера так грели просто 5 минут, и в палатке очень-очень жарко. Забыла Александра Владимировна сахар. Прям так, без ложки-то. Прошло у нас где-то, наверное, минуты полторы. И один стакан как раз вот водички мы нагрели, все кипит. Мы с собой из питьевой воды взяли всего полторашечку, на самом деле, потому что мы воды-то особо сок не пьем. У нас сок, кола с собой. Я прям рассчитала. Да, просто один начать все это делать. Знаете, что мы делаем? Мира, поэтому... Мой прекрасный муж смотрит Егора Крида. Леша, Егор Крид, Егор Крид, Леша. Ты в Украине же? Counter-Strike Global Offensive. Блин, кайфово. У меня. Ну это снимает Егор Крид. Я бы сейчас другил еще. Да, бы сейчас Зевсом другил. Да. Отмазывайся. Егор Крида смотрит. Мои зайки сидят, Крида смотрит. Ты моя зайка, Крида смотрит. Невозможно. Да. Сейчас будет. Вот это. Эй, правда, я, сука, твоя правда, мы летим с тобой как будто от гепарда, надо же панда, ты же как будто от гепарда, сука, правда, вот от гепарда, от гепарда. Правда. Банда. Барда, она кишон не спасает. Доброе утро. В эту ночь мы даже не замерзли, не вспотели, потому что на улице 16 градусов. С кем ты разговариваешь, все, кто позвонил, что ли, такое тепло? На улице 16 градусов, поэтому нам было даже хорошо под ватным одеялком и одетыми немножко. У нас тут ветродуйка, палатку тут потрясывает немножко. Мы еще даже не выходили, время у нас сколько? Время у нас почти 11. Во сколько нас сегодня заберут, мы не знаем. Нам позвонят где-то за полтора часа, как будут сюда приезжать. Что мы просто собрались и все. Песенки, конечно, тут очень хорошо. Да, мы сидели тут, Даву пели, Штуном пели, что мы еще пели? А, что-то было, Моргенштерна было с матом прям с диким. Я взял твою бу, я ее. Все, бутербродики у нас готовы. Это, конечно, немножко подпалился, но да ладно. Мяско есть. Сейчас сделаем кофе, водичку погреем. И будем завтракать. Алешка у нас куда-то ушел. Что за маринад? Майонез, чеснок, соль и перец. Ага. Мы уже потихонечку начали собираться. Мы, я, мы. Дикая лень такая. Мне кажется, вот если ехать сюда не вдвоем, ну вообще с палаткой, гораздо легче будет все делать. Мы чем-то напрягались? Не, ну типа,
костер разжечь, там один костер разжигает, второй там мясо режет, другой там, не знаю, всякие огурцы, помидоры режет, я там, допустим, снимаю, хожу. Оператор. Третий там, я не знаю, какой-то веник нахрен делает, что-нибудь подметает. Ну, короче, можно прям так это... Да, сделал все за 10 минут, можешь ничего не делать. Да. Да, так что пишите комментарии, кто хочет с нами поехать, да. В следующий год. Может, в этом году мы точно уже не поедем, потому что будет холодно. Да и сюда тоже не особо хочется ехать, потому что все вроде классно, но там машины, люди, типа... Короче, я еще таз и кухо. Тут не наедине сам с собой, типа, проводишь и время. И нудисты, да. Самые любимые. И люди бегают, которых хотят тебе голову отрезать. Все, зонтик мы уже убрали, холодильник разобрали, умывальник сняли, вот мусор собираем. Сейчас более-менее уже в комнатке убрались, 3 сумки собрали. Собрали. Сейчас у нас помывательные процедуры, и будем мыть все решетки, шампуры, сосисочницы и все, что тут есть, чтобы домой прийти, просто чистой водичкой сполоснуть и все. Что это, блин, за прикол, мама? Ну, как всегда. В тот раз собирались, дождь начался. В этот раз собираемся, опять начался. Это что такое? Что это такое? Это карма. Карма? Охренеть. Это черная сумочка. Жопильда вообще. Что жопильда? Погода. Это ты что здесь положил сюда? Обошлись без пылесоса, да? Сашин рот пылесос. Ну, конечно, не так хорошо, как от пылесоса, но меньше, чем изначальный размер. Прикольно. Кто молодец, Саша молодец. Ну, Леша на нем сидел, а я оттуда воздух высасывала. Все, мы уже начали перебазироваться на улицу. Здесь мы все собрали. Сейчас будем собирать верхний тент и будем уже спокойно сидеть. Грибы вкусные. Грибы вкусные, да. И мясо вкусное. Вот, будем сидеть на улице. А когда нам позвонит, нам будет в минутах 30 от нас. Нам нужно затащить все вот туда наверх, чтобы, потому что папа торопится. Чтобы мы просто все загрузили в машину и уехали. Оп. Это, наверное, было зря. Ну уж поздно. Я не подумала немножко, стой. Оп, и ты вышел. Оп. У нас, кстати, стало намного-намного меньше вещей. Прям намного меньше. У нас в итоге получилось всего... 2 сумки, сумка с вещами и пакет с матрасом. Ну, плюс одеяло, палатка, 2 стула, стол. Ну, это так, это по мелочи. Ну, намного меньше, чем было. Еще будет пакет с мусором. Но это так, вот мы доедем примерно вот до Белого паруса. И там, по-моему, есть мусорка, и мы там все выкинем. К сожалению, если кто-нибудь что-нибудь заметил, что палатка косая и кривая, здесь по-другому поставить бы не получилось, потому что изначально мы хотели ставить вот здесь на траве. Там очень сильно большой уклон. Здесь тоже уклон, но поменьше. То есть половина палатки, я показываю, половина палатки была под откос, и поэтому она могла казаться прям, ну, какой-нибудь кривенькой. Теперь предстоит нам самое тяжелое. Нужно все вот это вот затащить наверх. Просто нам позвонили, у нас еще есть минут 20 где-то посидеть, там пожевать, все перетаскать. Стулья со столом мы пока перетащим так, я думаю, мы не будем их закладывать, мы с ним будем сидеть. Да? Поэтому пойдем таскать. Папа все грибочки ест. Пойдем быстрее, камера садится. Ой, ну все, последние то, что вещи мы дотаскиваем. Здесь уже чисто убрали, все за собой оставили, только мангальчик. Вряд ли мы, наверное, еще приедем на грибной. Поэтому все. Пока-пока, место.